Что? Ну, чего там? А? Люк. Но он заперт снаружи. Пошли обратно. Пошли. А ты дорогу-то помнишь? Ну как? Первое дежурство. Да нормально. Ага. Спал как убитый. А призраки наши не беспокоили? Нет. Они, наверное, не в мою смену работают. Ай-яй-яй. Нехорошо врать. Спал он. Где вас носило? Вообще-то, вахтеру не полагается покидать пост. Каюсь, Александр Михайлович. Грешен. В ночи к зазнобе бегал. А? Но больше, чем полчаса, не отсутствовал. Ага. Видать, у вас одна зазноба на двоих. Но ты видал юмориста? Не любишь ты, Саша, простой народ, потому что буржуй. Куда, интересно, этот ход может вести? Да куда угодно. Ищи теперь дырку в поле. Алло. Да, алло, это я. Ну, говори, не томи. Сейчас? А оно того стоит? Ладно, буду минут через 20. Значит так, я в морг на разговор. Очень интересно, с кем ты там собрался разговаривать? Друзья у меня там. В морге? Угу. Надо же. Да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты есть сам. Ну, а ты? Чего изволите? А ты пока ботинки почисти. Добрый день, Петр Андреевич. Здорово, Лёва. Что за спешка? Ну, тут из милиции должны приехать через час. И я так понимаю, вы хотите знать раньше них? Там уже я не знаю, хотите ли вы, чтобы они вообще об этом знали. Но. Ты мне укрывательство улик не шей. Менты должны знать все, просто не всегда сразу. Петр Андреевич, вы меня неправильно поняли. Я же не в том смысле. Просто... Они не просили меня искать ничего необычного. А вы просили. К тому же, если так, зачем им знать то, что не для них? Ладно, Лёва, давай ближе к делу. И побыстрее. В общем, так. При обследовании тела я наткнулся на непонятные гематомы в области шейного отдела позвоночника. Синяки на шее, да? Ну да. То есть ты наткнулся, а менты почему-то не наткнулись. Ну так они же ничего не искали. К тому же гематомы едва заметные. Ага, то есть ты хочешь сказать, что его задушили? Нет, если бы смерть наступила в результате асфиксии, то гематомы были бы больше и немножко другого характера. Ага, то есть его... Задушили, но не до смерти? Ну, типа того.
общем, хронология такая. Сначала его ударили по голове. Угу. Удар был сильный и сразу привел к летальному исходу. Потом его какое-то время вешали, и только после этого тело сбросили с большой высоты. Я надеюсь, я вам помог? Да, Лёва. Уж помог, так помог. Была у меня одна смерть, стало три. Спасибо тебе. Очень интересно. А твой специалист, он ошибиться не мог? Вряд ли. За Лёвой три поколения предков врачей. Что же это он с такой родословной и в морге ошивается? Идиот. А если серьезно? Лёва говорит, что для живых его предки все уже сделали. Ему лишь осталось открыть тайну жизни. И познать ее врач может лишь, изучив смерть. Псих, но специалист. Ну уж похоже, что он не такой и псих. Итак, что мы имеем на сладкое? В результате предполагаемого падения вахтера обнаружен тайный ход, который ведет неизвестно куда. По мнению специалиста, смерть вахтера наступила не в результате падения, а до него. Все? Нет, не все. Твой специалист утверждает, что покойного вешали. А это косвенно подтверждает рассказ директора о призраке повешенного. Это бред. А что, есть какие-то другие решения? Алло. Да, Саш, я тебя внимательно слушаю. Гурский нашел, куда ведет ход. А? Где машина? У ворот оставил. Пойдем. Скажи, а как ты узнал, что это именно он? Методом научного тыка. Их здесь всего три. Ангелина Николаевна любезно приоткрыли для меня все. Какая еще Ангелина Николаевна? А вот и она. Ангелина Николаевна, фея-хранительница данной котельной. Ангелина, познакомьтесь, это товарищ Волков из горводоканала. Очень важный человек. Очень приятно. Шур. Ах, да, сейчас. Петь, ты не выручишь меня. Спасибо. Ангелина, золото мое, выпейте за наше здоровье. Шур, ты чё? Я ж вообще не пью. На работе. Ну, тогда съешь что-нибудь. Хвалю за службу, Ангелина Николаевна. Да ладно? Ну, а ты, буржуй, полезай в люк. Да? Угу. Петь, может, хватит этой классовой дискриминации? Достаточно уже. Между прочим, ты не забыл, что вход и выход нашел я? Так что, милый Петр, полезайте в люк. Слушай, а вдруг у меня клаустрофобия? Забудь, у тебя самолетобоязнь и точка. Договорились? Вот. Я хоть и буржуй, Петь, а угнетаешь меня постоянно ты, истый пролетарий. Да. Олег Петрович? Я приветствую начинающего кладоискателя. Не отвлекаю? Нет, что вы, я тут как раз над вашим интервью дружусь и мечтаю, так сказать, о дальних странах, жарких континентах, чистых реках и хвойных лесах. Да, чем могу быть полезен? Да, я как раз по поводу интервью. Послезавтра уезжаю готовиться к спуску в Воронье к Руберу.
вторую по глубине – пещеру Земли. Представляете? 1710 метров под землей. А, представляю, Олег Петрович. Очень даже хорошо себе представляю. По-моему, и 10 метров достаточно. А интервью почти готово. Завтра пришлю. За интервью заранее спасибо. А по поводу глубин, Саша, большинство кладов как раз под землей это и хранится. Вы книжку мою успели прочитать? А, нет, еще не прочитал. Только пролистал, обязательно прочту. Сегодня. А завтра вышлю вам интервью. А, Олег Петрович, извините, у меня нет, к сожалению, больше времени с вами разговаривать. Как там говорят спелеологи? 7 футов под землей. До встречи на дне! О, нет, уж лучше вы к нам. Всего доброго. Видишь ли, клад мы ищем. Как сговорились все. Ангелина Николаевна, что вы сказали? А ничего, я не буду вам мешать, пошла. Нет, подождите, вы сказали, что как сговорились все, что вы имели в виду? Да Васька, сторож наш ночной, тоже что-то в этих люках шарился. Он думал, я не вижу. Я спрашиваю, чего ты там ищешь-то? А он? Да так же, как вы, дураки, отшучивается. Что именно он сказал? Клад, говорят, ищу. Не заржал. Так я ему и поверила, что в этих люках засранных клады водятся. Ангелина, золото вы мое. А как бы нам этого Ваську увидеть? А что его видать-то? Он к вечеру и сам на работу придет. До завтра. Всего доброго. Все. По-моему, на Ваську кладоискателя пора засаду устраивать. Успеется. А вот силы подкрепить всегда не помешает. Послушай лучше сказочку. Жил да пил вахтер Терентий. Затем из котельной приходит кто-то и дает вахтеру по голове. Тот в ответ умер. Затем этот кто-то вешает вахтера. А потом, еще через некоторое время, сбрасывает его с верхнего яруса. Надеюсь, в зазнобе сегодня будет достаточно одного? Я даю вам честное и благородное слово, что не покину поста ни на одну секунду. Ну и хорошо. А персонажи этой сказочки еще интереснее. Член-кор-академик с призраками. Завхоз с Ангелиной Божьим одуванчиком. Ну и Васька, кладоискатель. Ну а по-моему, дело ясное, как белый день. Вахтер увидел что-то лишнее, чего не должен был видеть. И его убили. Ну что, что он мог увидеть лишнего в библиотеке ночью? Только не говори мне про клады, только кладов мне не хватало. Слушай, секундочку. Ну, в этой книге есть все. Мне ее подарил Олег Петрович, путешественник. Слушай, сегодня, кстати, напомнил, как будто знал, что пригодится. Саша, ты дорог мне, а особенно в здравом уме. И в твердой памяти. Ага. Хорошо? Значит так. Так. А. Вот. Значит, особнячок этот стоящей историей. О хозяине его, Афанасии Сомове, говорили, будто бы нашел он фортуну. Настоящую. Какую еще фортуну? Так. Фортуна. Это медальон, который подарил сам Петр Алексеевич Меньшикову во время закладки Санкт-Петербурга.
Ну вот, и Меншику увезло и фартило, пока медальон был у него в руках. Но потом он его то ли потерял, то ли в карты проиграл. В общем, звезда его и закатилась. И, как говорят, медальон стал бродить по рукам. Угу. И, как утверждает народная молва, оказался у Афанасия Сомова. Потому как вести ему стало. И, кстати, дом этот он купил по дешевке. Дальнейшая судьба медальона неизвестна. Да, сын Афанасия Сомова, Алексей, был кутилой и в карты однажды проиграл целое состояние. И вот однажды он ворвался в кабинет к отцу и стал там что-то искать. Наверное, фортуну. Но ничего не нашел. И поэтому повесился. То есть ты хочешь сказать, что весь сыр-бор из-за какого-то медальона? Петя, какого-то? Данное произведение ювелирного искусства 18 века представляет огромную историческую ценность и не имеет четко обозначенной цены. А сторож Васька пытается его найти. Ну или Ваську кто-то нанял. Климов. Предположим, что это так. Но где эта фортуна? Я считаю, что есть всего два варианта. Либо в особняке, либо в котельной. А вот тут, товарищ журналист, думаю, вы ошибаетесь. Почему? Имея подземный ход, о котором никто не знает, стал бы ты прятать ценную вещь в одном из двух помещений, где постоянно бывают люди? Резонно. То есть ты считаешь, что фортуна в подземелье? Если она вообще существует. Она существует? Тогда она там. И у меня есть план. Какой? Тихо. Смотри. С Богом. Гони его на меня. Убежал. Ты что, его упустил? А я его и не ловил. Как? А что мы ему предъявим? Незаконную беготню по туннелю? Нет. Если фортуна действительно у него, то нужно заставить его самого взять ее из тайника. Понятно. А нахрена же мы? Зачем я тогда весь этот спектакль разыгрывал? Зачем по туннелю бегал? Как идиот. Че ты лыбишься? А? А затем, Саша, что я его лицо видел. Хорошо, ты видел, как человек пробежал по тоннелю из котельной до особняка, но ведь за это не сажают. Знаю, но я заставлю взять его из тайника фортуну. Верю. Мы его возьмем. И фортуна, вероятно, представляет из себя историческую ценность вроде клада. И он будет отвечать, но сам знаешь за что.
Главное прихватить, а дальше расколем. Не мели ерунды. Он совершил убийство, и следователь должен отвечать за убийство, а не за всякую чушь. Так что давай, иди и думай. А дед-то, между прочим, прав. Думаешь, я этого не понимаю? Ну, во-первых, по моему мнению, убийство все-таки было непреднамеренным. То есть скинул он его уже мертвого. Скажем так, от страха. Но убивать его не собирался. Ну, вроде как несчастный случай. Что... Знаешь, сколько по тюрьмам распихано людей, которые никого не собирались убивать, а убили? Знаю, Петя, знаю. Ну, а во-вторых? А во-вторых, если все так, как мы думаем, то улик против него нет в природе. И все. Нету. Свидетелей не было и быть не может. Ну, разумеется, не считая самого актера, который с того света иск не подаст. Не подаст, говоришь? Интересно. Да ты с ума сошел. Я? С ума сошел? А кто мне все время мозоли на ушах трет байками о призраках? Ты как собираешься это сделать? Посоветуй со специалистом. Когда? Прямо сейчас. А ты пока дуй в особняк, сообщи там, что туннели кирдык, пусть засуетятся. Как завтра? Ну, вот так. Нет, ну это же невозможно. Но завтра же рабочий день, ну. Николай Николаевич, вы меня простите, я не виноват. Меня попросили довести до вашего сведения. Вот я и довожу. Хорошо. Что в тоннеле? Вредные газы. Чего? Дело в том, что Волков взял пробу воздуха в тоннеле. И экспертиза показала, что... В общем, если все это дело не залить бетоном, то через какое-то время все ваши научные сотрудники перемрут, как тараканы. Николай Николаевич, я очень надеюсь, что в вашем лице найду поддержку. Вот так. Значит, завтра в связи с проведением санитарно-профилактических работ объявляется выходной. А что случилось? Тараканов морить, что ли? Я попросил бы, в моем департаменте тараканов и блох нет. У всех есть, а у нас нет. Нет, и дело не в тараканах. Дело в том, что в нашем особняке обнаружено, ну, неизвестная ранее ниша. И воздух, который идет из этой ниши, может быть очень опасен для вашего здоровья. Так что завтра приедет машина с работягами и быстренько бетоном эту нишу заделает. Бред какой-то. Так, а вот для особо непонятливых научных сотрудников скажу, или мы все завтра сделаем это по-тихому, или послезавтра приедет СЭС и разгонит нас всех к чертовой матери. Понятно? Понятно. Чего уж понятно. Чего кричать? Может, вот так. Ну как? Тяжелый гад. Отведете вы меня под монастырь, Петр Андреевич? Это ж кому рассказать? Никто не поверит. Лёва, ну не гунди, а. Все с работы тащат, а ты боишься. Мы же не навсегда, а на время, так сказать. В аренду. Лёв, а скажите, труп, он не разложился? За кого вы меня принимаете? Я ж профессионал. Как новенький. Ладно, потом, когда все закончится, тело возвернем, а пока подожди в машине, хорошо? А ты думаешь, если он труп увидит, то сразу до седла расколется? Не знаю, но по-любому будет знать, что кто-то в курсе. Тем более мы объясним, что верим в непреднамеренность убийства. Все, я пошел, жди здесь. Одного я тебя не пущу.
Мало ли что. Какая забота. Скажи честно, боишься призраков? Здравия желаю. Подскажите, как пройти в библиотеку? Руки за голову. Тихо. Саш, посвети. Алмаз. Я Рубин. Адрес Московское шоссе, дом 175. Вас всю жизнь не мог понять, отчего у вас позывные такие важные. Алмаз. Я Рубин. Нет, чтоб сказать, зайчик, я лисичка. Или там, не знаю, пяточка. Я коленочка. Нет, сокол, я беркут. Вот уж мания величия. Дай мне тоже пистолет. Прости, не могу. Между прочим, я здесь по твоей милости. Да? Что ты говоришь? А кто говорил? Одного я тебя не пущу, мало ли что. А почему ты меня не остановил? Подай на меня в суд. Вот и подам, когда выберемся. Дай мне пистолет. Извини, не могу. Это исключено. Что-то тихо. Слушай, может быть, ты его убил? Хорошо стреляет. Так, Волков, дай мне немедленно пистолет. Немедленно, я сказал. Не могу я тебе дать пистолет. Ты охренел? Не может он дать мне пистолет. Дай лицо гражданское. Да у меня нет права на ношение. Но нас сейчас ухлопают здесь, и все. Сейчас не время для этики. Дело не в этике. А в чем? А в том, что пистолет у меня один. Вот почему, твою мать, не могу я тебе дать другой. На, не плачь. И что же мы теперь будем делать? Подыхать. Хотя не факт. Здорово. Пошли. Я его споймала. Ангелина, золото мое, чем же ты его поймал-то? Инструментом чем? О, слышу внизу шум, пальба, думаю, кто дурака-то валяет? Давай. Спускайся, там вот он, Васька. Ну, я его и приложила. Держи. А когда падал, из него, смотри, что выпало. Брошка какая-то. А вот и фортуна. Че? Жив. Ничего, Ангелина. Повезло тебе крупно. Вот чего. А-а-а.
Ты говоришь, убивают. Дед, это те, кто я думаю? А как же без них? Понятно. Мы сеем, пашем, а весь урожай им. Фортуну нашли? Нет. В автобус его. Они забрали. Фортуна у вас? Нет. Вы ее не нашли? Нашли. Но в некотором смысле не мы. А кто? А вот Ангелина Николаевна. Чё? Сама знаешь чего, давай. Чё тебе давать-то? Слышь, тетка, кончай. Мы представители органов, так да что… Да пошел ты, раскомандовался. Слышь ты, представитель органов, повежливей с дамой. Это, кстати, она преступника задержала. Да-да, при помощи вот этой самой лопаты, которая, смею заметить, до сих пор находится в ее руках. Отдай. Ой, как нехорошо. Вы Фортуну уронили. Это очень нехорошая примета. Вы берегите теперь себя. Умники. Отпускаем. Голова не болит? Болит, сильно садануло. Ну что вы хотите? Русская женщина лопатой творит чудеса. Хватит. Говорите. Так вы и так все знаете. По отцовской линии я потомок Федора Сомова. А, это тот, который во Францию убежал после февральской. Да. Так что Фортуна моя, по всем законам. Я узнал, что она может быть спрятана в особняке. Устроился туда завхозом. Про тоннель тогда еще не знал ничего. Обшарил весь особняк. Пусто. А когда тоннель нашел, решил, что он приведет меня прямо к ней, к Фортуне. А шиш. Вылезаю, котельная. Пришлось устроиться работать в котельную под другим именем, ночным сторожем. Я ведь не знал, где Фортуна. Может, она в котельной. Короче, обшарил ее всю вдоль и поперек. И тоже пусто. Тогда я сообразил, что не важно, откуда тоннель идет и куда ведет, а что Фортуна в нем в самом. И вот тут только вся работа и началась. Вы представляете, что это такое? Одному, ночью, под землей, тайно искать, без спецтехники искать штуковину размером с кулак. Это даже не иголка в стоге сена, это атом во Вселенной. И чтоб ни одна собака не пронюхала. Да уж. И тут этот Терентий, черт, принес пьяного дурака. Короче, оборачиваюсь, стоит. Гад. То ли лицо меня мое выдало, уж и не знаю. Но он сразу догадался, что ему тут не рады. Подошел, стал расспрашивать, а куда ведет ход, а что я тут делаю, а знает ли Николай Николаевич и все такое. Я старался отвечать спокойно, но, видно, плохо получалось. Он даже трезветь начал. Сказал, что завтра утром все расскажет директору, а я возьми да и ляпни, да хоть сегодня. Он обрадовался, говорит, спасибо, пойду позвоню. Представляете, вся работа из-за этого гада. Ну, я и врезал ему. А он упал как-то. Я сразу догадался, что так не падают. Больно неестественно упал и лежит.
короче, каюк. Ну, я его подальше в тоннель уволок, а сам через котельную ушел. Вот, ну а потом уже вниз его сбросил. Не хотел я его убивать. Правда, не хотел. Чем угодно клянусь. Грех на душу взял. Послушайте. До вас тоже очередь дойдет, господин Климов. Ну а в нас, ваше благородие, зачем стрелял? Нервы сдали. А потому что фортуна моя. Я к ней всю жизнь шел. Понимаешь, ты всю жизнь? Тебе не понять. Вот и все. Все да не все. Что же вы, Александр Михайлович, самую интересную часть своего преступления утаили? Это какую? Как какую? Нехорошо лишать благодарных слушателей повести о призраке завхозе. Значит, пока вы с трупом возились, неожиданно нагрянул директор, так? Извините. Ну да. Ну я в тоннеле переждал, а он походил, поорал, потом ушел. Вот так прям сам и ушел. Теперь ваша очередь, господин Климов. И заодно объясните следствию, где вы были позавчера вечером, потому что ни ваш домашний телефон, ни мобильный не отвечали. Жена обиделась на меня и уехала жить на дачу. Ну, а я, как интеллигентный человек, выдержав паузу, не снимал трубку. Ну, а потом поехал наводить мосты. В ватники поехали. А я всегда на дачу в ватники езжу. Ну, а той несчастной ночи я уже вам рассказывал. Я пришел в институт, стал искать Терентия. Не нашел, поднялся в библиотеку, а там висит этот. Угу. Призрак. Призрак, да. Так вот, очень не вовремя директор приехал. У вас тело бездыханное на балансе, а тут Климов. Ходит что-то, бродит. Вот вы решили ему призрака подсунуть, чтобы он побыстрее домой свалил. Мертвому Терентию петлю на шею накинули, призрак и готов. Климов эту красоту увидел и домой скорее уехал. Так? Только вы об одном не подумали. Представляете, если бы Николая Николаевича кондрашка хватило? А? Что бы вы тогда с двумя трупами делали? Что он несет? Ну, вы же умный человек. Ну, скажите им, что я никого не вешал. Да это и физически невозможно. Ну, как-то я там бесшумно. Ну, чушь ведь. Ну, чушь. Алло. Петр Андреевич, тут такое. Лёва, поспокойнее. Что случилось? Я привез труп обратно. А у него... Что у него? Это... Синяки исчезли. Как? Вообще. Обычный труп. Словно его и не вешал. Никто. Ну как ты можешь это объяснить? Я никак не могу это объяснить, Петр Андреевич. Потому что это невозможно. Но факт. Граждане, поверьте, ну, я не знаю, кого там видел Климов. Может, и повешенного призрака. Только я к этому никаким краем. А я вам верю. Ой, ну что ж, господа хорошие, спасибо всем. Вам спасибо, господин Климов. Извините, спасибо, что мы вас побеспокоили. До свидания. Петр Андреевич, господина Касьянова... Доставьте нашим доблестным органам правопорядка, так сказать, восстановите статус-кво. Сбылась мечта идиота. Оклад достался государству. Ну ладно, Сашка, главное начать, и ты начал. Будут да. На наших улицах клады. А все эти призраки, ну бред, согласись. Знаешь, а может и нет. Саш, ну ты хоть, вот и утешай тебя после этого.
Хочешь сказать, что был настоящий призрак? Ну подожди, вот смотри. Если бы Климов что-то там не увидел, он бы к вам в контору не обратился, так? По факту так. Вот. И дед бы тебя не припахал. Угу. И смерть Терентия так бы и осталась бы несчастным случаем. Ага. И Касьянов бы тогда не понес заслуженного наказания. То есть призрак вроде как охранял Фортуну и указал. Угу. Бред. Да. Подожди. Подожди, помолчи. Есть такие вещи, о которых не надо вслух говорить. Хорошо? Ну, бред. Конечно, бред. Бред, бред, бред.